И всем привет, с вами Рани, и сегодня мы с вами сделаем перчатку бесконечности и посмотрим на ее способности в Bedrock версии Майнкрафта. Ну и давайте уже приступим. Да, сегодня мы с вами находимся на Bedrock версии Майнкрафта, и я играю с Windows 10, но это не особо важно, потому что вы также можете скачать себе эти аддоны на свой телефон или планшет. Ну и так как уже началась школа, то если ты прямо сейчас поставишь лайк, подпишешься на мой канал и нажмешь на колокольчик, то уже завтра ты получишь самую высокую оценку в школе. Так что быстрее делай все это. И также не забывайте писать ваши комментарии, ведь самые лучшие из них попадают в следующее видео. Ну и давайте уже начинать. И чтобы нам получить саму перчатку, нам нужна печка. Вот такая вот печка. И также нам нужен золотой блок и уголь. Теперь мы ставим печку. Вот так делаем. И сюда мы кладем уголь. И золотой блок начинает плавиться. И сейчас мы получим с вами... Раз, два, три! Перчатку бесконечности. И вот так она выглядит. И да, у меня уже есть перчатка на моем скине, но это не важно. И если вам понравится это видео, то я продолжу снимать обзоры на аддоны для Bedrock версии. И давайте уже начнем собирать камни бесконечности. И первый камень, который мы с вами найдем, это будет камень времени. И для этого мы берем изумруды. И также берем варочную стойку. И теперь мы берем, например, жителя. Ну все, житель. Так, стоп, житель. Уйди, я не хочу с тобой торговать. Что ты тут делаешь? Теперь я вот так делаю. Так, да-да. И теперь бери вот эту штуку. Давай, давай, давай. Опа, вот теперь у нас есть вот такой вот житель. И вот у него уже есть тут камень времени. И стоит он целых 32 изумруда. И даже еще один можем купить, почему бы и нет. И теперь, чтобы его вставить к нам в перчатку, мы делаем вот так. Все, и теперь у нас тут камень времени есть. Вот такая вот перчатка. Теперь мы с вами найдем... камень реальности. И для этого мы поставим день для начала. А потом уже найдем очень интересного моба. И я забыл, как он называется. Ага, вот. И это у нас разрушитель. Теперь мы его спавним и начинаем убивать. Опа! И получаю я какой-то фиолетовый камень. А это у нас камень силы. Вот так вот это было просто. И теперь мы его тоже себе вставляем в перчатку. Не понимаю. Не понимаю. А, понял. Ну ладно. В общем, вот у нас теперь есть камень силы в перчатке. И теперь нам снова нужен житель. И называется он, я не знаю как. 2000 years later. Окей. И все-таки ему нужен был камнерез. Да, вот он ему и был нужен как раз. И теперь, друг, давай, бери. Опа, теперь он, кажется, картограф. Ты, черт. Ну да-да, вон там твой блок. Да-да, это твой блок, да. Да. О, так вот он и пришел. Чувак, ну спасибо. И вот у него, в общем, есть камень реальности. И он его продает за 20 редстоуна. И теперь мы его покупаем. Все. И вставляем в перчатку. Пау, пау, пау. Как, вот так? В смысле сейчас? И теперь нам нужен, значит, житель. Он называется у нас... Странствующий человек-торговец. И давайте его сейчас заспавним. Он же тут есть, да? А у тебя нету, что мне надо, друг? Ты это, лох. Ого, ребят. Здравствуйте. А вот у него, ребята, есть камень космоса. И он его продает за 5 алмазов. Хорошо, друг, хорошо. И покупаем себе. И теперь мы должны вставить их в перчатку по очереди. Сначала камень космоса. Я надеюсь, да? Да. А потом уже камень реальности, да. И следующий камень у нас это камень разума. И его мы сможем получить, если убьем древнего стража. Давай, 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 беги, беги, трус. Вот и у нас камень разума. И его тоже вставляем. Отлично, все. И последний камень, это у нас камень души. И в общем нам нужен волк. Теперь мы делаем вот так. Так, ну и тут вот так мы сделаем. Все, теперь волк. Ешь, ешь, ешь. Все, мой друг хороший, да? Сейчас, сейчас. Так. Он не умер. А ну-ка, Свен, ну, вот давай, вот сейчас. Он не хочет падать. Свен. А, он ко мне тпшится. Да, Свен. Свен.
Свен, Свен. Где камень, Свен? А, так вот камень, он был тут. И теперь мы берем нашу перчатку, кстати, вот она. И вставляем последний камень. Готовая перчатка бесконечности. И теперь у нас есть все эффекты в Майнкрафте. Ну, почти все. И теперь настало время смотреть на второй аддон. И называется он щелчок. Function Snap, да? Оп! Вау! Вы это видели? Вот такой вот щелчок, ребята. И у меня сейчас, наверное, вылетит. И вы это видите. Боже, что тут произошло? Офигеть. В общем, вот такой вот щелчок. А теперь давайте перейдем к установке этих двух аддонов. И вот мы находимся в главном меню. Нажимаем «Играть», «Создать новый мир». «Новый мир» еще раз нажимаем. И вот мы уже тут. И самое важное, ребята, самое важное — это включить экспериментальный игровой процесс. Включаем, нажимаем «Да». И теперь мы спускаемся ниже и видим тут дополнение. Заходим в наборы ресурсов и тут ставим вот эту вот перчатку. Оп, оп, все, поставили. Теперь заходим в наборы параметров и ставим тут щелчок вот этот вот. И потом уже перчатку. Все. И теперь все готово и можно начинать играть. Ну и что ж, вот такое у меня получилось видео, я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, то, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте делиться этим видео со своими друзьями. Ну а мы с вами еще увидимся, всем удачи, всем пока, друзья. Пока-пока.